Клуб Ярополк представляет. Мне 12 лет. Живу я в Красногорске. Учусь в 9 школе. В клубе «Ярополк» я занимаюсь 2 года. Я сначала занимался в группе для новичков, а затем перешел в эту группу. Я участвовал, первое мое соревнование было это в клубе в самом, а второе в «Химках». Потом был еще раз в «Химках», а потом в «Видном». Пока что у меня только две победы. Одно первое место, другое третье. Я настроен к победе, буду стараться. Если я проиграю, тогда ничего страшного. Буду заниматься дальше. Итак, друзья, отвечайте! Начинай, надо. Ебор, ебор, ебор. 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 Ебор,
Са! О! Передний, поворачивай! Understand it?